Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду ваши реакции. Плюсики ваши будут означать, что с трансляцией все нормально, что вы меня видите и слышите. И как только будет понятно, что у нас с вами хорошая обратная связь, есть изображение, есть звук, мы начнем наш обзор. Поэтому я жду, когда вы отреагируете. Итак, вижу плюсики. Это значит, что все хорошо. Конечно же, это не может не радовать. Итак, давайте начнем наш обзор, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Сегодня было очень мало новостей. Новостей практически нет никаких. По Азии вообще ничего не было. Все, что можно сегодня посмотреть по значимым странам, это наша с вами большая мажорная шестерка. В 15.30 индекс национальной активности Чикагского ФРБ, Федерального резервного банка. Тут у нас, значит, показатель, до этого он рос на 0,05%, теперь увеличился до 0,27%. Пусть небольшой, но тем не менее рост. И плюс еще и сказано, что трехмесячный скользящий средний индекс национальной активности в июле снизилось незначительно, именно среднее значение, на 0,1%. Это против того, что в июне снижалось на 0,19%. То есть чуточку похуже. Одновременно с этим по Канаде вышли оптовые продажи по месяцу. Данные оказались позитивными, лучше, чем ждали по прогнозу. Ожидали рост всего на 0,1%, но показатель вырос на 0,7%. Но здесь нужно сказать, что динамика немножечко отрицательная, поскольку за предыдущий отчетный период было пересмотрено значение, и оно составляло рост 1,9%. Поэтому показатель находится на позитивной территории, он растет, но показывает отрицательную динамику, небольшое замедление. В 17.30 сегодня индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Confidence Board. Странно, правда, немножко время выхода, немножечко неурочное, я бы сказал. Вот ожидается, что предыдущее значение у нас был рост 0,1%. Посмотрим, если это не ошибка, то каковы будут данные по Австралии. Теперь же обратимся к новостной ленте Prime, что у нас пишут в Prime по поводу новостных событий на этой неделе. И вот пишут, что на грядущей неделе продолжают анализировать то, насколько сильно затронуло экономику Великобритании решение выйти из состава Европейского Союза. На предыдущей неделе данные по розничным продажам за июль просигнализировали о том, что большинство потребителей прогнозировала шокирующие результаты референдума и продолжала при этом тратить деньги. Таким образом, один из первых после референдума данных, одни данные оказались достаточно сильными, и это очень и очень позитивный фактор, поскольку все думали, что шок. Правда, если оговориться, вспомните, да, мы с вами уже изначально говорили, что не так страшен черт, как его малюют, это был больше психологический какой-то психоз, я бы сказал, то, что все начали паниковать. Другой вопрос, что кто-то на этом очень сильно заработал. Мы с вами прекрасно знаем, кто это. Тот, кто находится по ту сторону лужи, фамилии тоже называли. Сейчас не будем об этом говорить, но идем дальше. Итак, на этой неделе, на четверг, у нас запланирована публикация индекса розничных продаж Конфедерации британской промышленности, который покажет, восстановились ли в августе потребительские расходы. Ну и кроме того, надеются понять, как обстоят дела в производственном секторе страны. Инвесторы будут это гадать как-то. А в чем им поможет индекс промышленного производства CPI за август, который должен быть представлен во вторник. Это будут данные вторника. В пятницу данные по капиталовложениям компаний во втором квартале, которые собирает Бюро национальной статистики, покажут, какое влияние оказала неопределенность в связи с референдумом на планы по капиталовложениям в течение трех месяцев, предшествующих голосованию по Brexit. Банк Англии опасается, что компании могли отложить инвестирование до тех пор, пока не прояснится неопределенность в связи с положением Великобритании в составе или выхода из Европейского Союза. То есть данные будут поступать, опять же, будем отслеживать, и, скорее всего, окажемся с вами правы, если предположим, что действительно не очень уж страшен черт, как это рисовали нам очень многие аналитики, говорившие, что ужас, ужас, причем ужас страшный, что все будет как по Шекспиру.
Вот эти прогнозы не оправдываются, и это, конечно же, очень радует. Теперь по тем данным, которые у нас будут по еврозоне, давайте посмотрим, что у нас. Итак, на предстоящей неделе участники рынка сфокусируются на немецком индексе IFO и на окончательных данных по внутреннему валовому продукту Германии и Франции. Предполагается, что индекс доверия деловых кругов Германии IFO в августе, по данным IFO в августе несколько вырастет по сравнению с предыдущим месяцем. Публикация индекса намечена на четверг. Окончательные данные по ВВП Германии должны подтвердить, что экономический рост страны во втором квартале составил 0,4%. Данные по ВВП у нас выходят в среду. Итак, в среду ждем оценку состояния германской экономики, которая является локомотивом еврозоны. Далее речь идет о Банке Англии, который может вновь понизить процентные ставки. Итак, в Прайме пишут, что Банк Англии снова снизит процентные ставки в ноябре на фоне замедления экономического роста. Об этом говорят аналитики Bank of America и Merrill Lynch. Посмотрим, насколько они окажутся правы, но вот американцы больше всех кричат, что да, все в Британии будет плохо, что там ужас страшный. Я не очень-то в это дело верю, но посмотрим, каковы будут данные и как поведет себя Банк Англии. По прогнозу американцев Центральный банк снизит ставку на 10 базисных пунктов в ноябре. Ну, это не так уж скоро, плюс 10 базисных пунктов, это все-таки очень немного. Я так полагаю, что такое понижение уже давно заложено в текущих ценах британского фунта. Но не будем опережать события, посмотрим, что будет в ноябре. Ожидаемое налогово-бюджетное стимулирование может понизить необходимость в очередном понижении ставки, но по-прежнему ожидают, что ставка будет снижена, отмечают аналитики компании Bank of America, Merrill Lynch. Это было по Банку Англии. Теперь давайте посмотрим, что у нас еще есть. На текущей неделе все участники рынка ждут выступления Джанет Йеллен. Ее выступление будет в Джексон-Холле. Итак, в Прайме пишут, что доллар США растет. Правда, я этого не заметил, честно говоря, что он растет. На оптимистичных комментариях вице-председателя Федеральной резервной системы Стэнли Фишера. Однако рост американской валюты ограничен, поскольку участники рынка ждут пятничного выступления председателя ФРС Джанет Йеллен. Но то, что ждут, это, конечно, однозначно. Если Йеллен в своей речи не подаст явных сигналов о перспективах политики, то пара вполне может продолжить восходящее движение и преодолеть уровень 1.14. Если Йеллен продемонстрирует более сильную склонность к мягкой политике, то есть еще мягче будет ее проводить, то там уже речь идет, что она отметка пары евро-доллар преодолеет 1.15 и даже 1.16. Но опять же, это только предположение. Не будем гадать, посмотрим, что скажет госпожа Йеллен. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите сначала коротенькое слово «Есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, и я постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик, и мы пойдем с вами дальше, посмотрим, как текущая ситуация выглядит с технической точки зрения, посмотрим программу MetaTrader 4. Итак, жду, когда вы отреагируете. Ну, а пока могу сообщить тем, кто впервые смотрит наш обзор, что для того, чтобы лучше понимать то, о чем идет речь именно на этом обзоре, конкретном этом обзоре, я очень рекомендую посмотреть два бесплатных семинара, которые помогут вам лучше разбираться. Это новостной фундаментальный анализ, и второй семинар – это технический анализ, индикаторные методы. Посмотрев эти семинары, вам будет гораздо более понятно то, о чем мы здесь говорим, именно на этом обзоре. Итак, вопросов нет, идем дальше. Открываем программу MetaTrader и смотрим сначала нефтяные котировки, как это мы обычно с вами делаем. Итак, как мы предполагали, цены немножечко уперлись
психологическую отметку $51 за баррель по марке Brent нефти. Вот у нас были эти максимумы. Рынок вспомнил, что здесь он останавливался. Свечка неопределенности и сегодня нисходящая динамика. Но нужно сказать, что по закрытым свечам у нас все равно остается восходящий тренд. Коррекция – это совершенно нормальное дело. Цены никогда не могут двигаться прямолинейно без остановки. Поэтому мы с вами то, что сейчас наблюдаем, это очень хорошо и нормально укладывается в рамки восходящего тренда. Это текущая коррекция. Повторюсь, тренд остается восходящим. Сейчас Brent торгуется чуть ниже $50 за баррель, если быть точным, $49.50. Это стоимость Brent на текущий момент. Марка WTI, очень похожая картиночка, но нужно сказать, что в пятницу цены здесь закрывались с повышением, все-таки в отличие от нефтемарки Brent. Извините, пожалуйста. Чуть-чуть не дотянули до психологической отметки $50 за баррель, где были расположены предыдущие максимумы. Ну, сегодня мы тоже наблюдаем нисходящую динамику. Давайте посмотрим на часовом таймфрейме, как шла торговля в течение сессии. Итак, снижение было уже на азиатской сессии, потом в европейскую немножечко это усилилось. И вот сейчас на начале американской сессии видим небольшое восстановление нефтяных котировок. Но нужно сказать, что в пятницу у нас вышли данные по активным нефтяным буровым установкам в Соединенных Штатах. Они увеличились, и это за счет компаний, которые исповедуют сланцевые добычи нефти. Цены на нефть росли. $50 за баррель – это уровень рентабельности, прибыльности сланцевых буровых установок. И вот их начали потихонечку запускать. Но пусть незначительное количество растет. Посмотрим, что будет на этой неделе. Данные, как всегда, будут выходить в пятницу. Итак, это были нефтяные котировки. Нужно сказать, что в целом сегодня сырьевые рынки показывают понижательную динамику. Цены снижаются на многих сырьевых площадках. Теперь давайте посмотрим на индекс американского доллара. Это уже потихонечку начинается валютный рынок. Сегодня была восходящая динамика. Индекс приближался к отметке 95, психологическая отметочка. Ну вот буквально с начала европейской сессии немножко начал сдавать свои позиции. И вот уровень, к которому он подходил, он его почти коснулся, 95, сейчас от него отошел. Налицо нисходящий тренд, у нас понижаются донышки, понижаются вершинки, скользящий средний смотрит вниз. Как я уже сказал, индекс торгуется ниже психологической отметки 95. Недельный таймфрейм большой ясности не вносит. Мы с вами видим боковое движение, можно вот этот боковичок продлить. Я думаю, это будет справедливо. Вот в этих рамках пока что торгуется у нас с вами индекс. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют. Начинаем с пары евро-доллар, как обычно. Недельный таймфрейм, неделя роста. В целом торгуется в рамках боковика, но посмотрите, что я сделал. У нас уже давно длится вот этот боковик, но я немножечко сместил вверх нижнюю границу, поскольку, посмотрите, все-таки у нас больше касаний было чуть выше, чем те минимумы, которые мы здесь наблюдаем. Я не подтягивал вот сюда, к этим донышкам, все-таки чуть ниже, чем эти минимумы я опускал границы этого боковичка, поэтому можно сказать, что все-таки ту поправочку, которую я сделал, она достаточно корректна и справедлива. Итак, мы с вами чуточку сузили границу нашего с вами диапазона. Цены, нужно сказать, сейчас находятся в верхней трети. Давайте-ка мы с вами проведем все-таки эти линии. Даже не так сделаем сейчас. Нет, все-таки придется их провести. Первое, что мы с вами сделаем, это сделаем их более тонкими, пунктирными. Пусть это будет красный цвет, привычный для нас с вами. И параметры 1.1440. Давайте здесь поставим, чтобы была достаточно круглая цифра. Нет, это будет чуть-чуть все-таки занижено, поэтому, наверное, давайте поменяем на 10 пипсов повыше. Вот, думаю, что это будет справедливо. 1.1150. И здесь чуть пониже сейчас проведем 0. Да,
1,09, ну тоже 50 давайте сделаем. Вот, наверное, таким образом. Итак, цены находятся в верхней трети. Если брать трендовую торговую систему, то сегодня не торговый день, поскольку индикатор один говорит, что мы находимся в активной фазе, фазе импульса, а второй говорит, что мы находимся в фазе отката. Поэтому давайте-ка мы с вами посмотрим, что нам будет говорить осциллятор на дневном таймфрейме. Сигнала осциллятора в продажу пока что нет, но если сегодняшний день не закроется большим повышением котировок евро-доллара, то вполне возможно, что завтра у нас уже будет сигнал в продажу по диапазонной торговой системе. Итак, повторюсь, на сегодня пока что находимся вне рынка, каждый занимает удобную для него позицию. Кто-то на заборе, кто-то курит бамбук, а кто-то наблюдает на эту квадратную ситуацию в квадратные оптические устройства. Итак, режим ожидания по евро-доллару, никакой торговли. Идем дальше, смотрим британца. Британский фунт, тот самый, который стерлингов, прижали его очень сильно вниз. В огромной степени пассивная позиция Банка Англии, более того, который просто впрямую идет в фарватере Федеральной резервной системы, полностью потерял, как мне кажется, собственную независимость. С другой стороны, это, конечно, очень комфортно для экспортно-ориентированных секторов экономики Великобритании. Конечно, товары становятся более конкурентоспособными при том, что британский фунт стал таким дешевым. Итак, неделя, пусть небольшого, но все-таки роста у нас с вами была по британцу. Смотрим на daily таймфрейме, картинка следующая. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Индикаторы впрямую друг другу противоречат. Значит, забираемся на забор и никакой торговли. Можно покурить бамбук, то, что вам больше нравится. У Михаила есть вопрос, давайте, Михаил, ваш вопрос. Сделаю паузу, подожду, постараюсь на ваш вопрос ответить. Итак, ждем, когда Михаил свой вопрос напечатает. Ну, давайте пока посмотрим австралийца, чтобы не скучать. Weekly time frame, свечечка неопределенности с большим хвостиком наверх. Все-таки большая склонность сейчас уже не расти австралийский доллар, а больше к снижению. Так, почему вы говорите пассивные действия со стороны Банка Англии? Ну, а как вам сказать? Дело в том, что Brexit был назначен Федеральной резервной системой. Ну, правильнее сказать, не сам Brexit, да, это, конечно же, британцы голосовали, а вот сценарий развития событий, он был написан Федеральной резервной системой США. И там было прописано, что банк должен будет занимать мягкую кредитно-денежную политику, кричать, что ужас, ужас, просто ужас, ужас страшный, хуже, чем по Шекспиру, если не сегодня, то завтра мы все умрем. Вот, это впрямую было продиктовано Федеральной резервной системой. Будем понижать ставки, бла-бла-бла-бла-бла и так далее, что в экономике все будет очень плохо, а посмотрите-ка, на самом деле, разве так уж все плохо в экономике Великобритании? Отнюдь нет. Просто кому-то нужно было срубить немножко денежек по-быстрому, вот они это и сделали. Поэтому я и говорю, что были очень пассивные действия со стороны Банка Англии, иначе он бы не давал таких же пессимистичных прогнозов, как ему продиктовали из-за океана, из-за большой лужи. Михаил, я ответил на ваш вопрос? Когда-то Банк Англии был очень независим. Он не позволял никому понукать собой и говорить, что ему делать. Я бы даже его немножечко надменно называл. Раньше вел себя надменно Банк Англии, сейчас этого и в помине, конечно же, нет. Особенно мне были интересны слова, если вы помните, это тоже было еще до голосования, да, когда страсти по поводу Brexit только еще начали разгораться, еще не было никакого голосования, и вот здесь Банк Англии сказал: никакой политики, это чистая экономика. Пардонте, а кто же вас спрашивал, что здесь
есть какая-то политика. То есть они начали оправдываться, когда их никто в этом еще совершенно не упрекал. Как раз это и отвечает на вопрос, что это все больше как раз политические игры. Все это из океана как раз и было. Вот, Михаил, именно по этой причине. Ладушки, идем дальше. Итак, смотрим, что у нас по австралийцу. Тренд восходящий, тренд нисходящий. Значит, с точки зрения трендовой консервативной торговой системы делаем вывод, что по австралийцу сегодня лучше сидеть на заборе и сделок не совершать. Итак, австралийцы не торгуем, отсиживаемся. Активные позиции, находиться вне рынка и быть готовым в любой момент, но не сейчас. Так, смотрим японца, что у нас по японцу. Неделя нисходящего графика прошла под знаком укрепления японской иены, что совершенно некомфортно Банку Японии и японской экономике. Вот здесь как раз, Михаил, да, вот посмотрите-ка, пожалуйста. Вот здесь вот очень некомфортно, поскольку очень экспортоориентированная экономика Японии, в отличие от Великобритании. Да, конечно, там тоже мощные торговые связи, но все-таки промышленный сектор занимает очень маленький сегмент во всем объеме ВВП. В Японии дела обстоят совершенно иначе. Вот здесь как раз очень важна стоимость валюты. И чем дешевле будет японская валюта, тем более конкурентоспособными будут японские товары. А с Британией все не так. Михаил спрашивает, по вашему мнению, ФРС была заинтересована в выходе Британии из Европейского Союза. Здесь немножко не так. Дело в том, что когда по Брекзиту, сам Брекзит, он состоялся, вот вы опять не разделяете, да, то есть события, которые происходили, и шумиха, которые вокруг этого подняли. Понятно, что голосовали сами британцы, да, и здесь есть некая элемент объективности. А вот шумиху, которую подняли вокруг этого, вот здесь вот как раз другое. Не знаю, вы, может быть, не были на тех занятиях, на которых я говорил, как хорошо было отработано по сценарию ФРС весь этот Брекзит уже после того, как он состоялся. Так вот, там очень хорошо видно, что это четко отработанный сценарий, прописанный кем-то. Ну, понятно, что нигде не пишут, кто же этот сценарий написал. Да, это становится очевидным, понятным, если хоть немножечко задуматься. Итак, идем дальше. По Японии очень сильно прижата иена вниз, уже практически 100 йен за 1 американский доллар. Ниже расположена только отметка 99. Смотрим, что у нас на дневном таймфрейме. Здесь картиночка следующая. Тренд нисходящий в фазе импульса. А вот теперь по гистограмме давайте посмотрим. Здесь у нас со знаком минус 0,970, а здесь 0,639. Гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки. Поэтому здесь у нас активная фаза, фаза импульса, а здесь пассивная фаза, фаза отката. И, соответственно, мы делаем вывод, что по японской валюте пока что лучше находиться вне рынка. Итак, делаем вывод. Пока что сидим на заборе. Идем дальше, смотрим швейцарский франк. Что у нас по швейцарцу? Обычно мы никогда не смотрим недельные таймфреймы по этой валютной паре, да, из-за вот этого хвостика. Неделя снижения графика. Теперь формализованно давайте смотрим, что у нас здесь. Тренд восходящий в фазе импульса, здесь фаза отката. По швейцарцу мы с вами находимся вне рынка и, соответственно, делаем вывод, что по швейцарцу сегодня день не торговый, лучше не торговать. Смотрим канадца, что у нас здесь. Недельный таймфрейм, полная зависимость от нефти, снижение графика с небольшим хвостом вверх. В пятницу у нас котировочки таки подросли за счет снижения одной из сортов нефти, это было. Теперь смотрим формализованно по консервативной трендовой
среднесрочной торговой системе, тренд нисходящий в фазе отката, то же самое подтверждает индикатор OSMA, и, соответственно, делаем вывод, что по канадцу сегодня тоже не торговый день, остается последний финансовый инструмент – золото. Котировки снижаются, упираются в психологическую отметку Fibonacci сверху уровня 38,2. Фильтры смотрят вверх, это означает, что может речь идти только о покупках. Смотрим внутреннюю структуру. Индикатор 44,22, но это все-таки больше, ближе он расположен к зоне неопределенности в районе 50%. Тоже лучше подождать, когда цены упадут, и на более низких уровнях покупать, если индикатор упрется в зону перепроданности. Это весь обзор, мы его с вами завершили, но поскольку у нас практически сегодня не торговая ситуация по всем валютным парам, давайте-ка сделаем следующее. Мы не будем смотреть крокодила, мы посмотрим вот таким вот образом с вами. Евро-бакс. Тренд нисходящий, тренд восходящий, это внутридневная торговля. Она не столь агрессивная, как крокодил. То есть отсиживаемся на заборе. Британец. Тренд восходящий в импульсе здесь, в откате. Отсиживаемся на заборе. Австралиец. Нисходящий, здесь восходящий. Пока что сидим на заборе. Японец. Восходящий, нисходящий. Тоже сидим на заборе. Швейцар. Восходящий, нисходящий. Ситуация не торговая. Канадец. Восходящий, нисходящий. Увы. Смотрите, и внутри дня у нас сегодня ничего не торгуется. И даже новозеландец. Ну вот, пожалуй, только по новозеландцу у нас сегодня торговый день. Активно-активно растет. Вот здесь что-то можно предпринимать с точки зрения внутридневной торговли. Итак, смотрим внутреннюю структуру. У нас идет рост. Активный достаточно. Теперь посмотрим с точки зрения тренда, что у нас здесь происходит. Так, еще один момент. Uno momento. Так. Находится в активной фазе, фазе роста, ждем волну отлива, и когда начнется новая приливная волна, нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 5-минутном таймфрейме, на минутах должна быть консолидация. Если все-все-все условия выполняются, значит ставите отложенный приказ buy stop, определяете точку выхода, но не забывайте о правилах управления капиталом. На текущий момент у нас с вами цель по новозеландцу, практически текущее значение 0.7285, с учетом того, что цены будут находиться чуточку правее. Итак, 0.7285, цель по новозеландцу. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Похоже, вопросов нет. Ну что же, это не может не радовать. Давайте будем завершать наш обзор. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны, осторожны. Берегите себя. Удачи всем.